Мне, в принципе, набор понравился. Но тут еще будет собачка, если честно. Так вот, тут необычное, что вот этот значок, вот такой, вот этот ошейник, вот этот шар, а вот эти вот на лапах и вот эти вот на лапах. Они тоже, их мало, поэтому вот они необычные. Потому что в этом наборе именно они необычные, потому что их очень мало. Большие глаза мы видели только в наборе с животными. У акулы там было. Тут вот на миске очень редкие, такие мы раньше не видели. А вот тут вот у зайца на лапках тоже таких очень мало. Очень много вот таких вот штучек в наборе Энканта. Там где домик такой вот. Там фиолетовая крыша такая вот. Вот у этой собаки еще мы вот таких вот не видели никогда. Таких вот больших вокруг носа на морде. Понравилось в этих собаках, что у них нет вот тут вот такой перемычки, потому что они не гнутся в середине почему-то. Мне это не понравилось. Нельзя получается вот так вот, чтобы они ели. Не получается. Просто получается наклонить голову и вот так вот. Как-то так. У меня получилось. Даже сделать подставку для ручек из этой. Вот так вот поставить. У меня только ее винтой получилось. Просто там вот у этой гибкий хвост. Из-за этого получается очень удобно вот так вот сделать. На двух ногах держится. Вот тут вот так вот. И вот так. И она как бы держит карандаш, ручку. В принципе, хороший набор. Мне даже понравился довольно сильно вот этих двух собачек собирать. Я ждусь не дождусь, когда можно будет третью собачку собрать. Вот такую вот. Пока. Скоро увидимся. Лайк и подписка. Вот этот набор мы купили в Турции, в Аэропорту.